Здравствуйте, друзья! Сегодня я буду готовить кабачковые оладьи, воздушные, вкусные, очень нежные. Для этого мне понадобится, вот здесь я взяла 4 совсем молодых кабачка. Очищать от кожуры я их не буду. Немного зелени, 2 яйца, 2 зубчика чеснока для пикантного вкуса, разрыхлитель, соль по вкусу, растительное масло для обжарки и мука, сколько возьмет. Посмотрим. А пока я для скорости буду измельчать кабачки в комбайне. Сначала я их потру на терке, а потом измельчу в чаше комбайна до очень мелкого состояния. Так они будут нежнее и вкуснее. Итак, приступим. Итак, кабачки я потерла до вот такого состояния. Сейчас я отправляю кабачкам 2 яйца. Вода пока еще, сок никакой еще с кабачков не выделился. Они такие нежные, не очень сырые. Зелень я порезала и тоже отправляю кабачкам. Сейчас я перемешаю. Посолю. Солит каждый, конечно, по вкусу. Я сейчас еще попробую, достаточно ли соли. Соль нужно добавить. Так, теперь отправляю протертым кабачкам муку. Я сейчас буду смотреть, сколько. 1 столовая ложка с горкой, 2, 3. Посмотрим. 3 столовые ложки муки с горкой. Жидковато. 4 столовая ложка с горкой. Как будто уже достаточно. Пока мука будет набухать, я потру на терочке чеснок. Чеснок я натерла. Отправляю чеснок кабачкам и отправляю чайную ложку разрыхлителя для теста. Все перемешиваю. Так, включила сковороду. Налила масло. Жду, пока нагреется. Вот добавила еще 1 столовую ложку с горкой муки. Каждый будет сам смотреть, какие кабачки, насколько они сочные, какая мука. Ну, мука, тесто должно быть как на оладьи. Вот и весь секрет. Вкусное тесто. Чуть-чуть еще подсолю. Сейчас начну выпекать оладьи. Сковорода нагрелась. Я отправляю на сковороду оладьи. Накрою крышкой, пусть они
жарится. Огонь несколько уменьшу. С одной стороны оладьи уже обжарились. Я их переворачиваю на вторую сторону. Теперь я уже буду их обжаривать без крышки со второй стороны. Готовые оладьи я выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Ну и так далее. Вкусные, нежные, воздушные кабачковые оладьи готовы. Благодарю вас всех за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам самого доброго. До скорых встреч!